Канал Фудтест, всем привет. И сегодня у меня такой неожиданный рецепт. Просто заглянул в холодос, а у меня там осталось две вот такие кочерышки от капусты. Ну, она еще нормальная. Вот такая. И вторая, чуть поменьше. Борщи, конечно же, не готовлю. И капусту сырую я тоже не ем. И решил, и подумал, что из нее все-таки себе сделать, чтобы просто не пропало. Написал рецепт по-быстрому в гугле. Само собой, как и обычно. И первый же рецепт выпал капустные отбивные. Типа капуста в кляре. Ну, это как отбивные получается. Почитал, довольно-таки легкий рецепт, почему и нет. И довольно, я думаю, будет вкусный. Сейчас я, наверное, поставлю воду на плиту и займусь капустой. Обработаю ее до того, как ее закидывать в кастрюлю. Наполнил я кастрюлю, чуть больше половины кастрюли, потому что когда я засуну капусту, она все-таки своим объемом немного поднимет уровень воды. И плюс, чтобы побыстрее закипела. Сейчас я ставлю большой газ. За время, пока она будет закипать, займусь сейчас капустой. Так, там самое главное было вырезать кочерыжку. Вот эту вот херовину, которая вот тут торчит. Она не должна попасть в варочную емкость. Снимаем первый лист, который самый грязный и некрасивый. И, наверное, немного срежем вот тут. Вот этого тоже, самого некрасивого. И, в принципе, как новая капуста. Вот так вот, смотрите. Блять, как новенькая. Я сделал всего несколько движений. Вырезали кочерыжку, потом снимаем вот этот верхний листок. Вот так, если вы нашли, короче, капусту, которая, ну, не имеет идеального вида. В принципе, вот раз, и все. Уже идеальный вид она приняла. Много для этого делать не надо. И капуста не пропадет, и вы еще неплохо так пожрете, если что. Итак, вода закипела. Теперь солим обильно эту воду. И теперь вводим на нашу капусту воду. При варке надо еще отделять листья друг от друга. И чтобы листья, каждый листок хорошо проварился. Берем две вилки и начинаем так отделять все листья. Так, и отрываем каждый листок. Вводим 3 яйца. После 3 яиц вводим 4 столовые ложки майонеза. 1 ложка, 2, 3, 4. Теперь это все надо взбить. В принципе, более-менее однородная масса получается. Теперь сюда надо добавить 4 ложки пшеничной муки. Добавляем 4 ложки с горкой. Добавляем перца по вкусу. И взбиваем дальше. Видите, он не сразу попадает, вот так раз и стекает, но медленно. Получается такой налипающий кляр. Кляр готов. Листья остыли, и теперь их надо нарезать удобными вот такими вот штуками. Короче, делаем вот такие вот заготовки. Потом их макаем в кляр и жарим. Вмакаем его вот так в кляр. И вот так на сковородке херачим. Вот так они и жарятся. Вот так вот выглядит сие блюдо. И сейчас затещу это блюдо на камеру перед вами. Но я думаю, в принципе, оно довольно вкусное. Если у вас какая-то лежалая капуста, которую вы не знаете, как применить, по-моему, это очень хороший вариант, чтобы не пропал продукт. Довольно-таки вкусно. Не сразу скажешь, что тут капуста. Создается имитация, как будто там что-то есть, намек на мясное. Рецепт норм. В принципе, это просто капуста в кляре. Но я ее называю отбивные
из капусты или капустное отбивное. Так можно, в принципе, с любой капустой делать. Отваривайте фляр, жарить и поехали. Так что все, если вам понравился и рецепт вам показался полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комменты, понравился, не понравился, полезный, не полезный. Без разницы, хоть что-нибудь-то напишите. Всем пока.